Здравствуйте! Сегодня мы с вами пройдем вычитание чисел с разными знаками. Начнем, конечно, как всегда, с самых простых. Итак, 10 минус в скобках минус 3. Значит, давайте вспомним, что минус на минус дает нам всегда плюс. То есть мы получаем 10 плюс 3 и равно 13. То есть вычитание, а число стало больше. Пускай вас это не пугает. Давайте глянем еще одно. 2 минус 10. Вот тут уже ничего сделать нельзя, скобок нет. У чисел разные знаки. У первого плюс, у второго минус. Для того, чтобы выполнить вычитание, мы ставим знак большего модуля, то есть минус, и от 10 отнимаем 2, получаем 8. Еще одно. Минус 1,4, минус 1,4. Числа с одинаковыми знаками. То есть мы ставим общий знак минус и числа складываем. То есть получаем 2,8. Теперь мы с вами обратим внимание, что же делать, если у нас стоит 0. 0 минус минус 40,6. Ну, во-первых, минус на минус дает плюс. Мы видим, да? Получаем 0 плюс 40,6. Получается 40,6. Еще один пример. 0 минус 64,8. Ну, 0, вообще говоря, можно вообще убрать, да? Значит, у нас просто остается минус 64,8. И, наконец, посмотрим обратное. Минус 0,21, минус 0. 0 можно выкинуть, остается минус 0,21. Спасибо за внимание.